Да-да-да, можно? Михаил Николаевич? А я вас встречал с президентом первый, когда вы приехали в Одессу, помните? Я записался к вам на прием, отдал заявление. Я подал заявление на главу района, и нигде меня это даже не... Там был конкурс, мы не мешались. И там все об объективном конкурсе. Никто по блату не проходил. Независимо от того, кто сейчас президент, кто со мной. Там был конкурс, и будет там все так. Так, так у нас есть шанс? Пожалуйста. Пожалуйста.